Это случилось в конце августа. Я, как всегда, зависал ночью в интернете. В Васю постучалась моя знакомая дизайнер Аня. Мы с ней и ее парнем, программистом, клепали сайты. Я находил и разводил клиентов, а они воплощали Т3 в жизнь. Сначала шла обычная переписка: Не спишь, лови! Ага, ща гляну. Как тебе? По-моему, отлично, то, что нужно. Единственное, верхнее меню как-то очень плоско смотрится. Не знаю, может тень сделать или обводку? Поняла, сейчас. Во, да, так гораздо лучше. Спасибо, завтра заказчику скину. Что там по интериоксу? Пока в процессе. Окей, главное до пятницы сделать. Завтра, думаю, уже закончу. Во, круто. Я, кстати, вам кинул остаток за Адамакс и Уфпринт. Шикарно. На ВМ? Ага. Наши отношения немного выходили за рамки рабочих. Когда с кем-то вплотную хлебнешь жестких китков и прочего фрилансерского дерьма, как-то странно не делиться иногда событиями в своей жизни. Короче, я знал, что они живут в небольшом украинском городе, в частном доме. У них все серьезно, и Макс тайно подкапливал деньги на свадьбу. Блин, честно говоря, пишу это и чувствую себя очень хреново. Но дальше все пошло не так. Я залипал на очередную серию Мисс Фита», когда Аня написала то сообщение. «Привет, ты здесь б...» Именно так, с ошибкой. Но тогда я не обратил на это внимания. Сейчас я понимаю, что Аня, которая никогда не ленилась проставлять запятые и прочее, было пипец как страшно. Ага, Аська палила ее действия, так что я видел, что она набирает мне сообщения. Поэтому я решил, что это по поводу нашего проекта и стал ждать. На всякий случай открыл Т3. Прошло где-то 5 минут и я не выдержал. «Какие-то сложности?» Ответ пришел быстро. «Да». И снова долбанный набор текста. «Там вроде не требуется сквадратить круг», – пошутил я. «Чё за простыню набираешь?» Антон, ты у меня единственный онлайн сейчас, а звонить кому-то, даже не знаю. И я сразу же понял, что что-то случилось. С Максом что ли поругались? Отнесись только серьезно, окей? Ладно. У нас под дверью кто-то скребется. Я даже не понял вначале, что она имеет в виду. Потом несколько удивился, а потом до меня дошло. А Макс дома? Да, он спит. Может его разбудить? А она не писала где-то минуты три, и я решил, что она пошла будить Макса. И про себя прикалывался над тем, что девушки вечно придумывают себе какие-то сложности. А затем пришло сообщение. Он не слышит его. Мне стало как-то не по себе, потому что если Аня не прикалывалась, то был шанс, что она двинулась. То есть ты слышишь, а он слушает одновременно и не слышит? Да. Я потерялся и не знал, что написать. У моей тети была шизофрения, так что я был немного в теме. От нее пришло. Мне очень страшно. Да мне тоже было бы страшно, если бы у меня начались галлюцинации. Может тебе пора пойти спать? Завтра отрисуешь, окей? Аня ответила быстро. Я не выдумываю. Я выглядывала в окно, и там какая-то тень. Полная шиза я выматерился Ань позови Макса пожалуйста он спит, я же сказала он был на ДР у друга и нажирался я его еле растолкала. Мне стало немного легче при таком раскладе Может там и вправду кто-то был, а может и нет в любом случае аня была на взводе и ее нужно было успокоить. Я знал, что с ними живет породистый кот Макса и этот кот большую часть времени улучшал местный генофонд и приходил домой только пожрать и отоспаться. «Слушай, а может это ваш кот?» «Кот в доме. Я хотел предложить какой-то еще вариант, как она добавила. Он забился под стул в прихожей. Рыжик очень напуган. Я задумался. Их Рыжик был боевой машиной. Судя по рассказу Макса, он не боялся ни собак, ни местных котов». Вряд ли он бы стал шкериться из-за какой-то бродячей псины. Скорее нападал бы ей, если Аня не врала, конечно, или Макс не преувеличивал. Аня, похоже, догадалась о моих мыслях. Я не вру. Рыжик никогда так не делает. Я написал. Тебе нужно успокоиться. Минуты две ожидания, и она ответила. Я попробую. Хорошо, давай мыслить логически. Это может быть собака. Это не собака. Оно еще издает иногда звуки. Я не знаю, как объяснить, но это точно не собака. Может она бешеная? Поверь мне, точно нет. Ладно, окей. У вас же там лес рядом. Может это лиса или волк? Тогда понятно, чего кот боится. Нет, я не знаю. Но точно нет. Это что-то другое. Мне бабушка говорила, что коты чует. Эта фраза меня несколько напрягла. Что чует? Призраков, чертей. Ань, слушай, скорее всего, это реально просто дикое животное. Может не лиса и не волк, но куница, например. Я, например, не знаю, какие звуки издает выдра или куница. Думаю, ты тоже. Ее не было около 7 минут. Я выглядывала в окно снова. Думаю, оно меня не заметило. И что там? «Ничего». Я решил уточнить. «В смысле, оно свалило?» «Антон, мне страшно. Я слышала, как оно скребется, и эти звуки, но за дверью никого нет». Мне стало не по себе. «Если Аня говорила правду, но это же бред. Может, ты не заметила? Может, это маленькое животное, и оно в тени?» «У нас там лампочка горит, все видно», я решил зайти с другого конца. Ань, просто успокойся. Закрой все окна, двери проверь и ложись спать. Если это даже какая-нибудь мистическая хрень, то раз она за дверью столько времени, то явно не может войти. Ну и забей, завтра днем все можно будет решить. Сейчас ты все равно ничего не сделаешь. Наверное, ты прав. Но я не знаю, меня так трясет. Я просто не могу уснуть плеер включи, чтобы не слышать. И гарантирую, через полчаса отпустит и уснешь. Я попробую. Может мне иконку в кровать положить? Я вздохнул. Аня явно себя жестко накрутила. Положи. Почему нет-то? Крест одень, если есть. Молитву прочти. Короче, сделай все, что считаешь нужным. И ложись спать. Но окна и двери проверь. Мало ли, залезет еще. Да, я так и сделаю. Спасибо, Антон. Это было последнее сообщение от нее. На следующий день я несколько раз писал ей и Максу Ваську, но они не отвечали. Ребята никогда не пропадали без объяснений, так что я понял, что, видимо, дело серьезное. Но самое страшное, что я предположил, что может этот зверек пробрался в дом и устроил там полный срач. У меня на даче так было, может даже провода им погрыз, они не вышли на связь и через два дня. Проекты горели, так что я откопал в логах телефон Макса, который он когда-то кинул мне на всякий случай. Когда я набирал номер, с одной стороны я был на взводе из-за сорванных сроков, а с другой боялся, что у Ани реально началась шиза, и ее пришлось класть в психушку, как было с моей тетей. Так что я совсем не ожидал услышать от отца Макса, что ребят больше нет. Он сказал, что они умерли без видимых причин. Я попробовал расспросить его, но он был сильно подавлен, так что я не стал дожимать. Просто выразил соболезнования. Я и сам был слишком шокирован, чтобы размышлять над всем этим. Дня через два я немного отошел. Конечно, Аню и Макса было жалко, но работа есть работа, а сроки все еще горели. Я нашел других фрилансеров и на месяц ушел в проекты, пытаясь наверстать упущенное. Хотел бы сказать, что я разгребся с работой и вспомнил о ребятах, но на самом деле все было банально. Мне понадобилась смета, которую делал Макс. Я полез в логи, но ничего не нашел. Я поднапряг память и вспомнил, что смету мне кинула Аня, так как Макс то ли заболел, то ли уехал к родственникам. Я полез в Ваську, и, конечно, первое, что увидел, нашу с ней последнюю переписку. И тут меня проняло. Ребята погибли именно в ту ночь. И странная фраза отца Макса, без видимых причин. Если бы в дом забрался грабитель, то он явно сформулировал бы по-другому. Убили, например. Звонить было бесполезно. И я полез в сеть. Город у них был маленький, так что я надеялся, что местные СМИ или какой-нибудь форум написали что-нибудь по этой теме. СМИ, похоже, об интернете не задумывалось, а в украинских новостях были и более горячие дела. Свой форум у городка тоже был, но он больше напоминал доску объявлений. Я создал тему, но ни одного коммента за следующие два дня не было. Я испытывал странный азарт, потому что хотел найти объективную, материальную причину и перестать себя накручивать. Мне повезло или не повезло. Я наткнулся в ЖЖ на парня из того же городка. Я написал ему, думая, что он меня пошлет или вообще не ответит. Сергей, так звали владельца журнала, ответил быстро. Оказалось, он учился с Максом в одной школе и периодически тусовался в одной с ним компании. В первом сообщении я не стал, конечно, выливать все, что знал. Просто сказал, что работали вместе. Узнал о смерти и в шоке, так как ребята молодые, а что произошло, непонятно. Ну, Сергей и рассказал мне все, что знал. Утром следующего дня мать Аня, Светлана Васильевна, приехала к ребятам домой, просто навестить. Калитка была закрыта, Набрав несколько раз Аня, а потом Максу, она решила, что молодые еще спят. И хотела уже зайти к соседке, как заметила, что в доме везде горит свет. Может сработала материнская интуиция, а может ей просто это показалось подозрительным. Но она вызвала милицию. Первой милиция нашла Аню. Она лежала на полу в кабинете рядом с окном, лицом вниз. В правой руке у нее был зажат плеер. Похоже, она слушала музыку, когда ей стало плохо. Никаких внешних повреждений, никаких следов насилия или борьбы. Макса нашли в спальне, он лежал на кровати, тоже лицом вниз, широко раскинув руки. И снова никаких видимых причин смерти. Участковый терапевт предположил, что это могло быть отравление, но медэксперт ничего не нашел вообще ничего. Оба были здоровы, никаких признаков заболеваний, инсультов, инфарктов и тому подобное. На похоронах было много людей. Город маленький и все друг друга знают. И смерть таких молодых всех сильно потрясла. Мать Аня попала в больницу с инфарктом сразу же после похорон. И через неделю скончалась там же. Сердце не выдержало. Я неосторожно поинтересовался у Сергея, была ли открыта дверь в дом или окно, у которого нашли Аню. Он спросил, почему я задаю такие странные вопросы, и я переслал ему наш с Аней последний разговор. Сергей не отвечал два дня, а затем написал, что съездил к их дому, а потом поговорил с милицией. Ключи он забрал у матери Макса под предлогом взять что-нибудь на память. Странно, но с ним никто не поехал. Может, доверяли ему, а может, им уже было на все наплевать после случившегося. Дверь вся исцарапана внизу, но это не похоже на кота. Глубокие и длинные царапины. Я осмотрел дом внутри. На подоконнике у того окна, где нашли Аню, еще одна глубокая царапина. Как будто кто-то провел одним ногтем. С обратной стороны, на улице под окном, кто-то исцарапал сайдинг. Я, конечно, не эксперт, но похоже, что это сделало одно и то же существо. Я поговорил с милиционерами. Дверь была заперта, а окно открыто. «А кот?» – спросил я. В доме стоит отвратный запах, как будто кто-то сдох. Но я не мог его найти. Да и мне было стрёмно находиться там долго одному. Я сказал об этом родителям Макса, но они в прострации. Так что я туда поеду снова, но уже с друзьями. Я не могу описать, какой страх на меня накатил, когда я прочитал то, что мне написал Сергей через день. Мы нашли кота, а вернее то, что от него осталось. Он валялся под галошницей в прихожей, а сверху какой-то пакет. Там, конечно, разложение, но видно, что ему почти полностью оторвали голову. Может, просто перегнило или крысы? Со мной был друг, медик. Он сказал, что нет. Мы похоронили Рыжего. Еще через неделю Сергей написал, что у них стали пропадать собаки. И кошки перестали по вечерам выходить на улицу. Он знал, в чем причина. Я спросил его, что он будет делать. Он ответил, что собирается в соседний город к какому-то священнику, отцу Андрею. Потому что тот три года назад изгонял бесов из какой-то женщины, и у него есть опыт в таких делах. Я пожелал ему удачи и стал ждать. Но Сергей больше мне не писал. Я надеюсь, что все прошло удачно, что у Сергея просто есть другие дела, и он решил забыть об этом бреде. Я тоже пытаюсь не думать об этом. Но это сильнее меня. Я плохо сплю. Мне все время почему-то снится их кот. Аня пересылала мне его фотки. Огромный, рыжий он, выгнув спину, стоит во сне в углу моей комнаты. Кот словно готовится к нападению. Его глаза следят за чем-то за окном. Я не могу повернуть голову, чтобы разглядеть, на что он смотрит. Неделю назад я решился и с утра снова набрал номер Макса. После длинных гудков никто не подошел. Я позвонил снова, уже вечером, но безрезультатно. Я успокаивал себя тем, что убитые горем родители просто запрятали телефон подальше. А все это – цепь совпадений. В дверь скреблась какая-нибудь леса. У кота просто перегнили мышцы. Смерть ребят связана с чем-то другим. Просто медэксперт в глубинке не имеет нормального оборудования. Сергей занят своими делами. Что бы это ни было, я решил, что подстрахуюсь. На всякий случай я теперь ношу крест и держу дома бутылку со святой водой. И еще вчера я взял взрослого кота из ветеринарки. Обычный дворовый кот, но с характером. Я пока не придумал ему кличку. Сегодня ночью я проснулся от его шипения. Когда я открыл глаза, кот стоял у меня на груди, выгнув спину и приподняв одну из передних лап. Кот смотрел куда-то за окно. Я не знаю почему, но я был снова парализован. Попробовал что-то сказать, но не смог пошевелить языком. Кот зашипел снова и ударил лапой по воздуху. Потом он издал горловой звук, прыгнул на подоконник и затих. И сразу же после его прыжка меня отпустило, как по щелчку. Я резко вскочил с кровати и подошел к окну. Кот сидел на подоконнике с абсолютно спокойной мордой. За окном ничего необычного не было. Я посмеялся над собой и решил, что это был сон или сонный паралич. И уже собрался пойти спать. Как увидел это? Четыре глубоких и длинных царапины на отливе за окном. Друзья, если вам понравилась страшилка, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. Мне будет очень приятно. Спасибо.